Всем привет! Смотрите, у нас в Димитровграде открылся новый магазин Фикс Прайс. Это рядом с гостиницей Черемшан, вернее, даже торговый центр Черемшан. Новиночка Фикс Прайса – беспроводное зарядное устройство. 199 рублей. С кабелем USB, правда, почему-то. Информация. Щипцы кухонные 26,5 сантиметров, 99 рублей. Здесь силиконовые, посмотрите, вот мраморная коллекция, вот это вот ручки. Но пока из этой коллекции вот я вижу только эти щипчики. А также смотрите, лоток для столовых приборов. Компакт, 199 рублей. Можно купить форму за 27,50. Так, а это подставка для запекания курицы, гриль. 55 рублей стоит. Недорого, в принципе. Вот ситечка еще есть для специй, 99 рублей, она большая. То есть вот когда вы варите какие-то соусы, можно сюда складывать специи и отправлять в большую кастрюлю. Ситечка довольно-таки большое. В других магазинах его разобрали. 199 блюда интересной формы. Помните, такая коллекция уже ее показывала. Тарелочки, чашечки. Вот такая форма. Вот еще первый раз ее вижу. Да, красивая форма. Тарелка опаловое стекло, 19 сантиметров в диаметре, 55 рублей. Так интересные кружки, они вообще нет у них ручки, но они такие гигантские. Так и цену не вижу тоже. Такая кружка 77 рублей. Под китчен, большой объем. А, вот эти симпатичные. Они, по-моему, уже были, да, в магазинчиках.